Южноуральским спасателям сегодня пришлось ликвидировать крупное ДТП с участием двух автомобилей, автобуса и бензовоза. Спойлер, в аварии никто не пострадал. Это всего лишь легенда учений, где приняло участие 64 сотрудника МЧС и 12 единиц спецтехники. ДТП, много пострадавших. Мост, с моста слетел бензовоз. Помогите, пожалуйста, что делать? По легенде, один из автомобилей загорелся. Пассажиры были заблокированы внутри машины. Экстренным службам пришлось действовать быстро и четко. Был риск взрыва бензовоза. Место аварии оцепили. Пожарные срезали крышу автомобиля, в котором находились пострадавшие. Мнимую утечку топлива удалось ликвидировать. Рука подтяните. Взяли. Раз, два, три. В ходе данных учений отработалась организация взаимодействия между службами. Были задействованы службы медицинской помощи, правоохранительных органов, непосредственно МЧС, муниципалитета, дорожного хозяйства. В ходе масштабных учений удалось проверить слаженность работы экстренных служб, найти слабые места и подтянуть навыки. Задумку организаторов до последнего никто не знал, поэтому службам пришлось действовать как при реальном ЧП, без раскачки и с максимальной ответственностью.